Всем доброго утречка от нашей дружной семейки. Все проснулись. Чего ты там нашел? Соринку, нельзя соринку такому красивому мальчику. Где второй красивый мальчик? Вигуся. Вигуся, Донечка. Ой, надо вычистить. Не успела, да, в гримерке вычистить до конца ребенка. А то вдруг на видео грязненький будет, да? Беляш, беги. Вот-вот, беги. Такой бежит, бежит, бежит. Маленький бегун. Кабаняка, давай. Покажи, как ты умеешь бегать. Еще и кусь делать. Кусь умеет он уже делать. Разыграется и прямо кусь так делает. Кусь. А мамка тебя проверяет тоже на чистоту. Бусь, ты пикалку свою нашел? А, крокодила нашел. Буся там на заднем плане со своей любимой пикалкой. Донечка, не волнуйся, они у тебя чистые, чистые, чистые. Да? Вон. Тетушка рядом всегда. Всегда тетушка рядом. Вот бежит, бежит, малыш, бежит такой. Бежит. Бегунок маленький, маленькие лапушки, лапушки маленькие. Донечка, да дай ты ему хоть пробежать чутка. Вот, как. Беляшек, беляшек тоже. Вас заинтересовали мои штаны? Ой, а как кабанчик стал со вчерашнего дня целоваться, а? Беляшек пока меньше целуется. Вот беляшек показывает, я тоже могу целоваться. Еще и кусь могу сделать. А кабанчик вчера вообще весь зацеловался. Ты тоже умеешь целоваться, да. Да, озорник такой маленький. Вот, вот пошли две такие ёбки красивые куда-то. Вот и прыг. Прыг как сделал. Маленький прыгунчик. Да, твои дети, лучше все. Ты лучшая мамочка у нас. Лучшая мамочка. Свои всегда самые лучшие, да? Ну, покажи еще, как прыг умеешь делать. Покажи. Давай, 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 кабанчик, давай, давай. Давай. Покажи, мама Таня же смотрит на тебя. На тебя же мама Таня смотрит. Мама Танюша на тебя смотрит. Скажи маме Танюше доброе утречко. Там же мамочка за тобой наблюдает. Мама Танечка. Мать, хвостик я ей покажу. Смотри, мама Таня, какой у меня хвост красивый. Ну, а ты маме Соне передай привет. Маме Соне тоже хвост покажешь? Красивый хвост ты, красивый. Красивый такой. Запахи тут какие-то, скажи, другие, да, запахи? Надо, скажи, тут все понюхать. Скажи, почему это мы редко бываем на этом покрывале? У нас другое. Так, край нельзя, край нельзя. Так, Беляш, куда пошел Беляш? Куда пошел у нас Беляш? Беляш хотел пойти в свободное плавание. В свободное плавание Беляш хотел пойти. Да, шустрики. Такие шустрые уже стали. Прямо сил нет. Прямо сил нет. А, кабанчик пошел, лег, устал. Устал, да? Устал? Фырк сделал. Фырк, мать, мамочка говорит, гладь меня, гладь меня. Вот, 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 вот. Вот. Беляшек. Беляшек такой, кабанчик. Ну вот, малыши прям растут хорошо, кушают хорошо. Развиваются отлично, шустрые стали, такие непоседы. Если вдруг проголодались, так пищат, прямо пи-пи-пи так делают пронзительно, как ультразвук такой маленький. Маленький ультразвук, о, эти разбесились. Иди тоже с мамой побесись. Ай, целовашки-обнимашки, ой, целовашки-обнимашки. Ай, а кабан решил ко мне прийти. Так вот, идите все вместе, поиграйте. Поиграйте все вместе.
Вы на меня все ползете. Все на меня ползете. Фигуся. Скажи, кто эти тетя? Он так, скажи, вырос. Он так вырос. Такой уже большой стал. Скажи, он больше меня скоро будет. Мать, куда ты их кормишь? Он скажет, Доня, больше не корми их. А ты, мать, не прикармливай. Они скоро вырастут больше меня. Скажи, буду я не тетушка. Ты все равно будешь тетушкой, тетушкой, заботушкой. Вот мы вам всем желаем доброго утречка, хорошего настроения. Здесь привет от кабанчика мамочки Тани. А Беляш передает привет мамочке Сонечке. Малыши передают вам привет и хорошего дня вам желают. Всем удачи, всего самого лучшего. И пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.